Всем привет, сейчас будет такой четырехсторонник, Ортон, Сина, Батиста и Трипл Эйч. Матч на выезде, так все полз, поехали. Смузка Батиста заиграл. Чейн Грэпплс, но все это умеют проводить Чейн Грэпплс. Так, все, жму ничего. Так, ну скорее грузись, великая игра всех времен народов. Хочет грузиться. Нет, сейчас все-таки загрузится. Грузись. Так, и Джон Сина появляется. Так, арена SummerSlam 2008. Так, пусть такая будет. Так, вот Сина классический. Со временем Винитрона. Гуапату! А я не такую хотела. Запутался. Да, вот такая. Пусть будет опа. Пумс. Побежали. Опа! Ловите кепку, фанаты! Кто у нас там дальше? А, Рэндалл! Рэндалл Кит Ортон! Так, двумя титулами, как положено. Legend Killer Робертс! Так, вот там гробовщик унижен. Да какой экспредер и доктор дивизию? Legend Killer. Так, все, не жму, не мотивирую ничего. Бюсак Рэнди кричат, но ему, видимо, посрать, то, что ему тут кричат. Так, видимо, в игре полная версия трона, потому что в старых играх в ВРК он был обрезан. О, Батиста, да, Батиста, да. Так, Батиста как раз в потере с 2008 года выйдет. Так, поставил ему титул, потому что тут выход эпичный с титула у него. У этого Батиста. Блин, наш микрофон упал. Жалко его не поставить никому больше. Свет не выключился. А, выключился. Не, ну могут, когда захотят, сделать нормальный выход. Best in the world. Так, ну и Винтаж Triple H. Так, трон эволюции. Микрофон ты уже достал, падать, стой. Так, ну его красить, в принципе, нет смысла. Хотя можно было под эволюцию, да ладно. Сторону этой игрок из 12 и 13 часть. Чти. Блин. Так. Опа, давай. Опа. Фу на вас. О, уже 44 pounds. Не 55 pounds. Ладно, он долго будет идти. 44 pounds. Он как раз игрок и Брок Леснер. Так, ну у нас игрок винтажный, начинаем. Так, три участника эволюции, бою и Джон Сина. Так, ну Орту нападает на Сину. Про кого ты рассказываешь?
Про Самонс. А кто у нас тут Самонс? О, господи. Блин, ладно. Батиста нападает на игрока. А Орта на Сину. Так, Рэнди выбрасывает Сину за ринг. Дерблоком, а Батиста пытается забить игрока. Так. Сайдслэм. Блин, Сина летит не туда, куда надо. Неплохой реверс от Батисты. И Сина летит через ступеньки. И Рэнди идет искать предметики. Так. Пумс. Бодислэм. Игрока. Так, Сина, молодец. Мусорка нам пригодится. Так, ну и что еще? Стул. Робертс, аккуратно. Ну и лестница. Все. Let's go, Ортон, вроде. Так, Ортон возвращается на ринг и забирает у Сины мусорку и бьет ей. Так, реверс от Джона Сины. Шутер-блок. Вот он уворачивается там. Идет непримиримая борьба. Опасная. Так, опять реверс от Батисты. Не туда направляется. Задрало. Что ж ты меня зажал? Отпусти. Ёп. Блин. Неплохой бросок на помойку. Ёп. Так. Бэк-суплекс от Сины. Так, ничего, сейчас вот он прихватит инициативу, сейчас проснется. Рэнди, проснись, так, вот, Белли ту Белли. Так, не получился бэкбрейкер у Батисты. Так, вот он забивает табалок с хэндлами, так. Наш стул по голове, должен за это наказывать. Так, ох ты, техничный реверс от Сины, забавно. Так, клоузлайн от Батисты. Не успеваю следить за всеми событиями. Еще один клоузлайн. Нет, сайт. Слэм от Батисты. Сина опять влетает в угол. Так. Винтаж Рэнди. Так, и подушим сейчас. Вот так у тебя, Джон. Получай. На-на-на-на. Опять сайт. Слэм от Батисты. Что-то на одно и то же проводит. Так, удержание. Нужно не мешать. У нас на вылет. Болит-убыли от Сины. Сина уходит за ринг. За лестницей. Так, ну а Ортон за столом сходит. Драма. О май гад, Джон Сина бьет игрока. А Рэнди со спины набрасывается на Батисту. И суплексом. Так, Бостон Краб от Джона Сина. Интересно. Так, и Ортон выходит на канадский бакбрейкер. Или я могу вступить, не так назвать. Все-таки такой канадский бакбрейкер. Так, Сина бьет Батисту. Нет. Дрон забирает лестницу. И что будет? Будет простой удар. Шесту давайте. Оп. Хочу откричать, не могу за улицу услышать. Опа, реверс Ортон. Блин, давай, Рэнди. Оф, DDT игроку. Так. Да ёп. Посмотри-то на него, черт. Так, у Сина 5 рамов из ада. Ну, Батист опять сайдволк слэмом. Успокаивает Джона. Ох ты, как там танцует. Все, ой, забавно. Сина, давай, проводи их. Сина что-то не хочет их проводить. Давай, Джон, проводи. Ну, блин, нет. Сина забыл, как их проводить. Даже что-то улетело. Вроде нет. Сина от лестницу. Ой-ой, фейсбастер получает Орта. Сина пинает лестницу. И Батиста бомба игроку. И Батиста бомба Трипл Эйчу. Батиста бам. Ортон, блин. Ну давай, пин, я послежу. Ортона сбивает зачем-то удержание. Видимо, протянуть бой. Так, ой. Сина, вставай. Ой, елки-палки, Батиста бьет по животу Ортону столиком. Опять что-то кричат. Ой-ой-ой-ой.
О, но, ребят, help, уберите, стол уберите, но, блин, пауэрбомба в стол. Блин, Батиста, не хардкор. Удержание будет, а нет. Ой, теперь в стул головой влетает Рэмзи, блин. Теперь мог бы и удержать, но он не стал этого делать, и Рэнди переводит в пакетик. Ван. Су Батиста. Кикаут, конечно же, так. Рэнди. Рэнди. О, ёп! Кэрио Мидэйр. Вайпер Страйкс. Так, там забит Сина ступенькой. У него уже кровь. Тут Рэнди удерживает Батисту. Нет, не удерживает. Батиста вырывается. Но комментаторам пофиг, что происходит на ринге. Блин, опять реверс от Батисты. Забивание, удушение. И Рэнди укатывается за ринг. Батиста тоже уходит за ним. Так, отправка к баррикаде. Панчи не получились. Удержание. Джон Сина, Never Give Up же. Конечно, Сина кикс аут. Нет, нужен еще один стол. О, поехали. Сина, Сакс. Хорошая кричалка. В смысле, хорошо проделана в игре. Не хейтерство, просто хорошо проделано. Так, Ортон там что-то искал. Может, учебник для Джо-Джо. Так, ну он нашел ступеньку. О май гад, спаймбастер by Triple H. Ай, твою. Господи, стол. Давай, педигри. Нет, не получается. Что будет, DDT, что ли, в стиле Дольфа? Да, в стиле Дольфа. Best for business провести DDT в стиле Дольфа Зиглера. Блин, тут борьба за стол идет. Ортон молодец, выбивает стол для себя. И ничего не смог провести Рэндалл. Получает живот. Батиста, ой-ой. Фирменный чокслэм. Дабл. Чокслэм. Как и о, блин, и второй раз. Головой в стул влетает Рэнди. Удержание. Рэнди кикс аут. После такого вырывался. Так. Ничего себе, там происходит, блин. Трипл Эйч разошелся, блин. Аккуратно, аккуратно. Дебил. Блин, дебилизм. Во-во-во, лови, Ортон, блин. Да, Балакс Хэндл, удержание. Рэнди кикс аут. Блин, ни хрена не получается. Блин, достал ты меня уже. Ох ты, бог ты мой. Слава богу, Ортон увернулся. Получай. Так, опять у ворот, блин. О май гад, Винтаж Рэндл. Так, пумс, пумс, пумс. Деспресс фирменный. Так, а там идет борьба ступенькой. Мы видим, так, опять у ворот от Батисты. Спайнбастер, Ортон. Неплохо уворачивается. Так, там панчи. Синий по голове, вставай, Батиста, вставай. Вставай, опа. Опа, ну так можно бить, это не страшно. Блин, опять ничего не получилось, елки. Так, возвращается Сина на ринг. Батиста бегает. Трипл Эйч гладиатор, да. Оу. Опять это забивание. Достал. Удушение. Ну, Рэнди, беги. Рэнди снова убегает за ринг. Удержание. Так, Трипл Эйч в опасности. Кавер. Ван. Цю и Сина. Нет. Рэнди берет стул и врезает по голове. Батисте возвращается на ринг. О, и DDT на стул еще игроку. Неплохо. О май гад, Рэндл. Нет, Ортон стоп не получился, к сожалению. Блин. Не получился, но получилось. Роб Хонг, DDT, давай, Рэнди. Так, там Батиста байт. Нет, нет. Да, так, Батиста байт игроку. Можно, в принципе, удержать Сину. Робинсон, ван. Цю там сдался, игрок, но Робинсон, по-моему, этого не увидел, да? Нет, он увидел.
На ринге остаются Батиста, Джон Сина и Рэнди Уортон. Блин, достал. Ёп. Спасибо. Спасибо, спасибо. Фух. Фух. Как везет Уортону. Блин. Да, молодец, Батиста. Молодец. Молодец. Поднимай его давай. Давай. Так, Сина сворачивает Батисту. One, two, kicks out. Слышь, дай-ка стыль. Так. Ой-ой. Так, насосный бросок. Вперед. Удержание. Раз, два. Сина спокойно поднимается. Но это ж не танком переехали. Там он встанет. Так, суплекс. Блин, надеюсь, ты на стол не будешь попадать, а? Давай. Мимо. Фух. Стол мне просто нужен. Так, опять удержание, но Сина должен вырваться. Да, Сина опять поднимается спокойно, но Рэнди не вмешивается. Блин, Сина, ты ведь можешь провести АА и победить. Ты реально можешь это сделать, Джон. Пожалуйста. Так, Рэнди нападает как крыса в фирменном стиле. Так, ничего не получилось у нас тут. Тебе так надо его на стол, да, притащить. Так, Сина не дает себя положить на стол и... Эй! Нет, панчи. Панчи следует, так, Сина берет стул. Я не пойму, Джон, ты забыл, какой у тебя финишер? И Батиста, бомба Джону Сине, давай, друг, давай, Дэйв, блин, не туда. Ну ладно. О май гад, Джон вылетает и Рэнди, ах, КО Батисте. Давай гитару. Давай. О май гад. Май гад. Ворот. Рэнди убегает. Батисту опять крепит к углу, к этому же самому. Со спины нападает Рэнди. Там ВХ титул. Что ты ВХ забрал, фанат? Опять фирменный Деспресс. А, Батиста РКО кричат. Стой, к ВХ. Блин, дебил. Не фанат. Так, забивание, на. По голове. Все. Как надо. Давай, ВХ. Вставай. Вставай, Дэйв. Вставай, и Рэнди не смог ударить титула. Рэнди бегает, возвращается на ринг. Батиста возвращается и врезается Батиста в Рэнди. Так, неплохо. Так, как-то тут ВХ надо положить, блин. Полная задница. Пипец, дабл акс хэндл на ВХ. Так, ой. О, господи, Батиста врезается в лестницу, и Рэнди. И Рэнди, ух, скуп-слэм на лестницу. Гад. Пора камбэк, наверное, сделать. Так. Что у нас тут? Y-пумс. Камера, ты очень удачно выбрала момент. Опа! Скуп-слэм. Винтаж Рэнди, и сейчас будет точно винтаж. О, да. Каждой части тела прошелся, на. Так, ну все, теперь время убивать Батисту. Вставай, Дэйв. Охеренно. Дебилизм. Офигенная задумка получилась. Нет, нормально, давай, протолкнись, отлично. Рэнди застрял, о. Давай, вайпер, так, идея Рэнди пока что получается. Блин, тупица. Но, дамакс хэндл, пипец, вот это боч. О, винтаж Батиста прям забочил Батиста, дамакс хэндл. Батиста весь крови, надо заметить. Так, ну Батиста кикс аут. Батиста кикс-аут, и Рэнди отправляет Батисту в стол. Так вот. Ну, стол опять устанавливает Рэнди.
Вставай, Дэйв. Блин, задрали, кричит Батиста РКО. Больше никого нет, ух ты! Так, сворачивание у школьника, Рэнди, но Батиста кикс аут. Да ты когда мы сядешь, нет? Спасибо. Спасибо, так Рэнди сейчас мордой, бринг, пумс. Так, ну тут можно проводить канадский бакбрейкер, заканчивать бой, да. Так, Рэнди, давай на стол и полет, давай, давай, давай. Да пипец. Тупой стол. Блин, начали лагать сейчас. Так, попытка номер два, надеюсь, он не среверснет. Охереть. Блин. Но-но-но! Надеюсь, не будет пинить. Блин, тупица. Рэнди кикс-аут. Тут реально хрен в это поверишь, что он кикс-аут. Блин. Дэйв, не надо. Блин, надеюсь, ты застрянешь сейчас, Дэйв. Ой. Дэйв, застрянет. Ой. Да достал. Ой. Я сейчас заселю. Ой. Блин. Ну тебя нафиг. Да уж. Просто офигенно. Так, суплекс получится, да. У нас тут пеньку вот так вот. Так, Рэнди поджигает стол. Эй, Батиста, камон, камон. Нет, пробить в живот он реверснет, поэтому ладно. Последняя попытка. Давай, есть. Так, подождать немного, подождать. И да, наконец-то суперплекс получается у Рэнди. Так, главное не скиржаковить. И да. И что ты мне показываешь, камера? Бедный Батиста. Бедный Батиста. Ну, время, наверное, добивать DDT. Заканчивать бой. Так. Так, сейчас прям на титул, на ВХ. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пэмс. Все. Так, чтобы лестница не мешала на ее убрать. Опа. И Рэнди. И позиция для панткика. Давай. Пэмс. Все. Все. Можно, правда, еще добить катером. Сейчас. Так. Блин. Блин. И РКО. Не, камера, ты тупишь. И все. И Рэнди, наверное, побеждает в бою, да. Побеждает, все. Фух, где-то победа. Так, ну это была пауэрбомба на стол. Так, что у нас тут? А, катапульт, катер. Так, тут великий кикс-аут от Рэнди. Hey, nothing you can say. The Legend Killer Randy Orton.